В общем, немножко поснимал работу этого плуга. Но начинается дождь уже моросить. И хотелось бы вот закончить эту полоску. В общем, со штативом больше бегать не буду. Сколько снял, столько снял. Видос получится коротеньким. Я думаю, будет понятно. Но мне очень понравилось. Ладно, хары-ля-ля. Погнали смотреть. Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, так увлекся похотой, испытываю плуг, что забыл заснять видос, самое-самое первое. Ну вот камеру поставил, экшен, сейчас закреплю, не знаю, как будет видно, может будет ее трясти, задувать ветром. На телефоне хоть и стоит ветрозащита, но ветер сильный и дождь такой, нет-нет, да начинается. В общем, добавил вот сюда талрепчик, фиксируется здесь этот шплинт, да, и здесь, и талрепом выставляю нужный мне угол вот полевой доски. Все настроил, мужики, обалдеть, никуда не тянет сейчас ни вправо трактор, как раньше было, что его поднимало вот так цапки, да. И он вправо постоянно пытался заруливать. Сейчас даже бросаю руль. Вот. И он спокойно прямо сам едет. Вот такие вот дела. Очень понравилось вот это вот. Просто добавил, доварил здесь две пластины. Между ними закрутил. И здесь просто вставил. И все. Отличная регулировка. Отлично ложит. Вообще, я не знаю, как показать. Та же самая двадцатка, вон там линейка у бати, уже мерили. Обалденно, обалденно, мужики. У меня даже, ну как и всегда, вот. Так что с линейкой мериться, бегать не буду. У каждого она глубже получается рыть, но мне достаточно 20 сантиметров. Все, сейчас включаю камеру и там даже поставлю телефон на штативчик. Ну и покажу, как работает вот этот отвал. Намного стало легче трактору. Просто в 100 раз, как минимум, стало легче. Нежели вот с тем плугом, который я делал первый раз. И сделал я, мне кажется, его немножечко неправильно. Хотя и этот, как бы, сделанный неправильно. Да, не так, как должно быть. Но при вот этих вот настройках, да, вот это и вот это стало намного легче. Все, погнали пахать. В общем, пахота получается обалденная, мужики. Такой у меня еще не было никогда. Ну, по крайней мере, я говорю за самодельный свой тракторок. Вот такой вот красивый. Не то, что было на той стороне. Помните, да? Вон какие булыганчики выворачивало. Вот. Но он работал плуг как якорь. Сейчас он, ему легче, намного легче. И ложит он землю и переворачивает пласт. Кто-то говорил, тут не будет. Все переворачивается. Все замечательно. Нравится вообще сейчас прямолинейность хода у него, мужики.
обалденная, просто капец. Я не знаю. Идет, вообще не напрягаясь. Не надо там руля держать, а то вечно его постоянно пыталась увести в сторону. Потому что навеска у меня тоже как бы самодельная, да? И видно, что вот планка, она немножко саблей. Когда проваривал внутри, это два уголка. Внутри, снаружи. И его повело. И когда я просто ставил на шплинты плуг, полевая доска не прижималась к стенке вот среза этого земли. А благодаря вот просто добавил толрепчик, все, перестал он уходить в сторону. Поменял сам отвал, да, геометрию, будем так говорить. Все, проблема ушла. Ладно, харе ля-ля, буду дальше продолжать. Ну вот и все, мужики, огород спахан, здесь не допахивал, здесь будем землю завозить, здесь яма, вот поперек прошелся, успел до дождя, мужики, очень нравится, как работает плужок, капец. Ну на этом все, наверное, всем пока, с вами был Санек, скоро увидимся.